mam dyslekcję i сегодня мы с вами поиграем самую первую игру в мире. Дарья Эрдоки, она вышла в 1952 года, и я скачал ее, и давайте поиграем. Это называется «Крестиночка». Давайте я перейду. А, нет, подожди, я вас оставил первым. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И да, тут можно еще с другом поиграть. Всем удачи, всем спасибо, ну и всем пока.